Дорогие зрители, вы все прекрасно знаете, что в данное время наша страна, да и как весь мир в целом, переживает нелегкие времена. К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что не обходится ни дня, чтобы не пришла скорбная весть. Каждый день уходят из жизни любимые актеры и актрисы, певцы и музыканты, режиссеры и общественные деятели. Это люди, которые всю свою жизнь, посвятившие служению своей родине, они до конца были преданы своему делу и навсегда останутся в сердце нашего народа. Вот и сегодня нам сообщили до боли грустную новость. С прискорбием вам сообщаем, что скончался сценарист, режиссер и актер ряда телевизионных программ и видеофильмов. Актер снимался в кино и сериалах. В его активе роли в лентах 22 июня, ровно в 4 часа. «Побег 2», «Однажды в Ростове», «Любовь на миллион». Также такие работы, как «Улыбка пересмешника», «Кураж», «Игра с огнем», «Три королевы», «Ищейка 5» и другие. 11 сентября на 74-м году ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, сценарист и бард Александр Иваненко. Причины смерти Иваненко не указываются. Также неизвестно, когда и где пройдет прощание с актером.